Всем привет! Сейчас мы немного потратим времени и посмотрим на несколько уровней в Code World. В прошлый раз я с многих попыток все-таки сделал эту запись, но обзор был только первых там начальных уровней. Соответственно, подписчик задал вопрос, точнее, изъявил желание посмотреть на уровни, которые дальше. Вот, чтобы оценить сложность, может быть, что-то еще. Так вот, у меня на данный момент открыты все уровни. Всего их 50, то есть от 0 до 49. Вот, ну и давайте первое, что мы посмотрим. Например, в котором нужно редактировать этот, собственно говоря, код. То есть отправим, это у нас уровень 12, отправим show, показать. И что мы видим? Видим, что если edit, то можно отредактировать. Соответственно, смотрите, что доступно. Доступны функции, следующие функции. Show, edit, move и destroy. То есть это те функции, которые мы можем вот сюда добавить. Вот, отредактировать. Ну, давайте попробуем это сделать. Ну, первое, давайте, вот у нас есть стена с именем wall. То давайте добавим функцию destroy, которая уничтожает эту стену. Пишем edit, редактировать. И вот здесь нам доступно редактирование. И напишем команду destroy. И укажем, что разрушить нужно объект wall. Нажимаем escape и нажимаем edit. Бубух, разрушилось, понятное дело, и код открылся для редактирования. То есть здесь можно, я думаю, разные способы найти, как решить этот уровень. Теперь же, давайте отредактируем вот эту вот функцию move, которая просто поднимает вот эту вот дверь на 200 вверх, к примеру. Для этого, как мы по коду видим, нужно отправить команду open. Так, отправляем open. И у нас дверь открылась, и теперь мы уровень прошли. Делин. Есть. Ну и давайте, это у нас был 12 уровень. И дальше давайте просто посмотрим на 20, 30, 40 и 49. Что у нас в 20? В 20, ого-го. Ого-го. Скажу честно, я все уровни не проходил. Времени нету, так как здесь есть уровни. То есть, честно, я дошел до 16-го. А дальше я понял, что это займет много времени. И я кое-что и кое-где подредактировал и получил доступ ко всем уровням. Вот. То есть, это даже не взломом назвать нельзя. Это просто как бы что-то где-то отредактировал. Вот, давайте посмотрим на это. Что у нас? Просто показать или send to message. Какой-то message кому-то. Показать шоу. Ну, что у нас тут? Давайте посмотрим на генератор. Давайте отправим генератор. Что у генератора? Ух ты, у генератора еще рандом какой-то. Что-то куда-то отправляется. Ага, генерация эти числа отправляется. Иначе пока true. Короче, тут что-то генерит постоянно. Downright, downright. Я понял. Давайте F посмотрим. F, если message show, то значит редактировать. Ой. Ну да, здесь обнаружил какую-то такую косячину. Вот, что я сейчас выйти не могу, хотя я ничего здесь не менял. А выйти не могу. Что, конечно же, неудобно. Разработчик, будь добр, пофикси, исправь эту проблему. Хотя, возможно, так оно и задумано. Edit. Что edit? Давайте там, не знаю, шоу напишем. Не хочет. Что-то не хочет. Не знаю, давайте destroy. Ой. Escape нажмем, тоже не хочет. И выйти отсюда никак не выйдешь. Вот такая вот проблема. Возможно, так задумано, не знаю. Давайте генератор. Не хочет. Что-то тут надо написать, а что тут написать, кто его знает. И выходить не хочет. Соответственно, я сейчас закрою вот так и дальше продолжим. В общем, я
не перезапускал, я просто изменил кое-что. Ладно. Итак, это у нас 20 уровень. Соответственно, ну, сначала, как минимум, нужно посмотреть на состояние каждого объекта, на код его, а только потом уже что-то там решать. Вот. Теперь смотрим 30. Что у нас в 30? В 30 у нас... Ух ты, какие-то конвертеры есть. Ну, давайте посмотрим верхний. Шоу. Шоу, шоу, шоу. Ну, опять какие-то логические задачки. Ну, нужно какое-то число послать. Оно там будет вычислено. Как вычислено? Что у нас тут? Шоу. Хорошо. Ну, в общем, 20 еще не такое уж. Не так уж много и кода. Вот. Но я не думаю, что все так просто. То есть нужно послать какое-то сообщение, это в предыдущих уровнях было. А дальше нужно вычислить, какое сообщение. Соответственно, какие-то вычисления происходят здесь. Нам нужно посмотреть, что это за объекты. Взять бумажечку, там понарисовывать логику. Вот, это был 30 уровень. Теперь 40. 40 у нас. Смотрим эту дверь. В этой двери вот есть у нас бит 1, бит 2 и бит 3. Если все биты сброшены, ага, если B1 сброшен, B2 установлен и B3 сброшен, то только тогда move down, двигаем вниз на 250. Интересно. Ладно. Посмотрим верхний объект. Верхний объект, о, тут уже немало кода. Тут уже цикл какой-то. Где-то нужно изменить значение у двери. Get value dur. А dur это у нас вот она. То есть тут нужно значение. Ага, а value, вот само значение равно wait. В общем, чем дальше, тем сложнее. Больше объекта у нас получается, больше кода. И каждый код нужно внимательно прочитать. Это я советую, потому что внимательно нужно это все прочитать. И на бумажечке пометить и потом решить. Ну и давайте посмотрим быстренько последний уровень. Что у нас в последнем уровне? Вроде немного на карте объектов, но посмотрим их состояние. Ничего себе, кода тут немало. Да, и тут у нас, если не проинициализирована, она уже проинициализирована, то нужно весь этот код прочитать. Вот, ну и, собственно говоря, как-то сдвинуть эту дверь. Соответственно, я так понимаю, где-то здесь все-таки есть возможность посмотреть состояние других объектов. Если тип сообщения строка, ага, иначе, где тут шоу, где-то отправляется, up, ага, вот шоу. Ну, короче, тут надо... поломать голову, прочитать этот код и решить, что с этим всем делать. Вот, ну, надеюсь, показал примерно уровни, да? Ну, давайте еще 45-й посмотрим, что у нас в 45-м. То есть везде, в принципе, карта, размер карты один и тот же, вот. Вот, просто усложняется начинка этих объектов и усложняется код, который нужно разобрать. И, соответственно, что еще усложняется? Усложняется то, что нужно все это внимательно прочитать и умело поперебрасывать от одного объекта к другому. Возможно, ну, к примеру, вот этот для этого объекта нужно что-то правильно отправить, чтобы он разрушил этот объект. Ну, короче, довольно-таки сложноватые уровни. Вот, поэтому все. На этом все. Надеюсь, я... ответил на, точнее, отреагировал нормально, правильно на пожелания подписчика одного. Возможно, эти пожелания были и у других. Посмотреть в целом на сложные уровни. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем обязательно. Все, всем пока.